Лето – время отпусков и каникул. Лучший способ провести время с пользой для тела и души – поездка на побережье. В Славянском районе отдыхающих ждут пляжи Азовского моря. На выходных новая пляжная зона открылась в урочище Кучугуры Черноярковского сельского поселения. В урочище Кучугуры открылась новая зона отдыха – клуб «Акварель», который расположился прямо на пляже. Ласковое море и благоустроенный пляж уже ждут отдыхающих. Перед открытием пляжа здесь были проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические обследования. Как заверил директор пляжа Александр Кияшко, «Акварель» полностью готов к открытию. На самом деле это действительно новое направление в развитии курортного бизнеса Славянска на Кубани. Вот вы видите, это совершенно новая концепция, которая, в принципе, применена здесь. Я скажу, что финансирование, как бы не звучало интересно, это идет именно от результатов сельхозпроизводства. Мы производим определенную диверсификацию капитала, вкладываемся в наши курортные площадя. Вот. И то, что получается, это буквально неделя, трехнедельная работа нашего дружного коллектива. Для всех желающих сделана удобная стоянка. Большой пляжный бар с музыкой, раздевалки, зонтики, лежаки, установлены туалеты и умывальники. Словом, все, чтобы культурно отдохнуть прямо на берегу моря. На открытие приехали отдыхающие не только из близко расположенных населенных пунктов Черноярковского сельского поселения, в котором находится урочище Кучугуры, но и из Славянска на Кубани и района. Очень нравится. И море, и солнце, воздух, и вода – все нравится. Море, пляж, конечно же, самое любимое место отдыха для детей. Здесь можно весело провести время, подышать свежим морским воздухом, богатым полезными минералами, искупаться в соленой воде. Вместе с семьей на новую зону приехала и Анастасия Буйленко. Очень хороший, замечательно, прям хорошо. Так удобно, рядом с морем. Можно и с маленьким ребенком, и со старшим, потому что старший уже в море, маленький под теньком. И смотреть замечательно, прям прекрасно. Чистенько, хорошо. В летний сезон пляж в урочище Кучугуры посещает около 30 тысяч отдыхающих. Кто-то выбирает дикий отдых с рыбалкой и неспешным созерцанием моря. А кому-то будет интересна новая зона, где организаторы планируют устраивать пляжные вечеринки с музыкой и танцами. В общем, пляжные территории Славянского района предлагают отдых на любой вкус. Надежда Калинина, Александр Косицын, программа «События».